взятые на себя обязательства. То есть вот как бы немножечко зону контроля надо ослабить. И еще почему такое происходит сейчас? Сейчас Меркурий транзитом находится в знаке Рыб, а это знак его, знак падения Меркурия. Что такое Меркурий в падении? Это большие страхи. Дело в том, что людям, которым не хватает, у которых недостаточно информации, то есть они подвержены страхам, возможно, вам просто надо от них избавиться. То есть потихонечку развиваем, как говорится, гибкость своей шеи, аккуратно, и убираем страхи, убираем излишнюю ответственность. Потому что, вот как понимаете, Вселенная, она нам через тело все подсказывает. И, скажем так, надо уделить этому месту особое внимание. Еще хочу, прежде чем я перейду к астрологии стройности, хотела вам сделать такой небольшой прогнозик про ситуацию на небосводе. Сейчас она очень хорошая, несмотря на то, что есть две планеты в падении, я о них расскажу, но ситуация самая лучшая сейчас. Смотрите, с сегодняшнего дня солнышко перешло в знак Овна и Накшатру Ашвини. Катя очень не любит моих этих всех мудреных названий, да? Я скажу по-простому. Накшатра Ашвини – это Накшатра целительства. То есть мы исцеляем сейчас себя сами. Катерина, как всегда, знает, когда вовремя начать свои, так сказать, марафоны, курсы. То есть мы идем очень-очень в ногу со временем и с планетарными режимами, и звезды нам в помощь. Самый лучший день в этом месяце будет 26 апреля. Это будет соединение Солнца и Луны в знаке Овна. Солнце сейчас в знаке Овна находится, Луна к 25 числу подойдет. Это лучшее время для загадывания желаний. Так что используйте его до 26 апреля, до 11 часов утра. Вы можете загадывать все свои желания. И они непременно сбудутся, произойдут.